В городе генеральная уборка. Лопаты и метла взяли в руки сотрудники предприятий и организаций города, работники администрации Уссурийска. На субботник вышли больше 500 человек. Лихо взявшись за хозинвентарь, они убрали скверы и улицы от сухих листьев и бытового мусора. Это наш ежегодный осенний субботник. На него привлекаем мы всех сотрудников администрации без исключения, сотрудников и работников МУПов, муниципальных санитарных предприятий и всех неравнодушных граждан, которые оказывают помощь. По-настоящему общегородским этот субботник сделали простые горожане. Уссурийцы привели в порядок территорию вокруг своих домов. На благоустройство города выходили целыми семьями. Люди очень активно вышли. В 10 часов практически все работали на своих тех территориях, которые мы закрепили. Значит, надо отрадно отметить, что многие семьи вышли с детьми и добросовестно, активно, с радостью, с хорошим настроением работают сейчас на уборке территории. Народ отдыхает, за собой кучу мусора оставляет. Вот за ними наводим порядки. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому, если бы люди более ответственными были бы, у нас было бы гораздо чище и лучше. Вот привлекаем детей для того, чтобы они понимали, что мусорить нельзя. Почти 1500 кубометров собранного мусора – таков результат субботника. В этот же день отходы вывезли на полигон. Месячник по благоустройству Уссурийска продлится до 31 октября. Дарья Колотилина, Антон Войцеховский, Телемикс.